Я хочу рассказать о своих предках, деды, бабушки, которые родом из Западной Армении, из Муши, из Гарса. Дед, значит, фамилия Еритян, Сетрак Ованесович. Родом они, значит, из Муша, а деревня Когак. Когак и Баланух из этой деревни. Значит, большая семья была, как они рассказывали. До 20 детских коек было у них в этой большой патриархальной семье. Да, значит, во время войны, когда наступила, они очень зажиточными людьми были, наступила война, и значит, он был фидаином, участвовал в этой войне. Ну, как из рассказов, как я понимаю, могу пересказать то, что дед женился. И от первого брака у него было двое детей. С наступлением этих военных действий он детей, значит, переслал не то в Батуми, не то в детдом, и пошел на фронт. Жена у него скончалась. В это же время, значит, он уже когда война, это был 18-й год или 19-й год, не помню, не могу точно сказать. Значит, они уже в это время перебрались в Россию. Не то в Туапсе, не то в Краснодаре, в Армавире. Там они, значит, бабушка встретила мою бабушку, на которой он женился уже во второй раз, работал на плантации, на табачной плантации. Значит, у нее тоже было двое детей. Они сошлись. Двое или трое? Трое были, но одного. Значит, эта история очень интересна тем, что бабушка, когда убегала из театра этих военных действий, из Турции, из Армении, значит, во время бегства она потеряла ребенка. Эпизод был очень интересным. Значит, она переправила детей со своей свекровью, с матерью, а сама... Через реку? Через реку, через Аракс, да, они переправлялись. Она, споткнувшись при переходе, обхватила рука бревном, и ребенка вода снесла с плеча. Ребенок был завязан на спину. А люди прошли по ее рукам, и она так оставалась в бессознательном состоянии какое-то время. И только вечером какой-то полуумный пришел, помог ей, значит, разомкнуть руки. Она увидела, что солдаты, это уже на турецкой стороне было, солдаты с факелами ходят, ищут, добивают раненых. Она, значит, залезла в кучу навоза. И говорит, в этом навозе она до утра пробыла. Пока, говорит, рассвело, и она перебралась на сторону, на противоположную сторону реки. Рассказала матери, что ребенка унесла вода. Мать вскоре умерла. Осталась она со свекровью. Значит, они оттуда уехали в Армавир. В Армавир или в Туапсе, не знаю я. Вот это. И там встретила? Там она встретила моего деда. Тоже с детьми? С детьми. От первого брака? Да, тоже с детьми от первого брака. Там они когда сошлись, у них родилась уже моя мать от совместного брака. Как и еще звали? Сестра. Имя? Моя мать, сестра Араксия и это самое, Азнив. А бабушку мою звали Салвинас. Да, и вот они, значит, прожили оттуда, какое-то время они там пожили, в этом, в Краснодаре или в Армавире. У них там дом был, дед работал бухгалтером на плантации. Да. Потом они решили, говорят, вернемся в Армению все-таки. Плантация какая? Табачная плантация была. Значит, говорят, вернемся все же в Армению. Уже война закончилась это. Да, они возвращаются в Ленинакан, там же все их земляки из Муша, из разных мест. Там же они построили себе дом. Дед все-таки был он грамотный, он учился, за границей тоже учился. Да. И построили дом, и жили какое-то время. Правда, его очень много часто притесняли уже в советское время. Каждый раз приходили, тормошили, что ты из кулацкой семьи. Его фамилия была Казарян? Еритян. Казарян это моя... отцовая фамилия. Значит, его это самое.
Даже один раз забрали его в этот самый НКВД, но выпустили. Это было до начала войны. Он, его, значит, дядя был епископом в Муше. Да. И он, значит, много перетерпел дед. В 44-м году он скончался. А в 48-м году скончалась моя бабушка. И вы переехали. И мы, значит, отец мой, отец уже мой, во время войны он, значит, был, попал в плен в партизанском, в Чехословакии был в партизанах. А когда был в плену, всех же пленных отправляли в Сибирь, кто возвращался. Да. И вот он это самое. Приехал в Ленинакан, женился на моей матери, и они оттуда перебрались в 48-м году, перебрались в Баку.